Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Citroёn C-Crosser 2007 года выпуска с двигателем 2.4 автомат, полный привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим левую гранату, он же шрус захрустел, вернее даже он не захрустел, он стал щелкать при трогании, при резком старте, щелчок происходит, такой звонкий такой цинь. Подозреваю, что обойма сепаратора внутренняя не самая, ну, скажем, средняя, которая держит шарики, треснула. Звук идет похожий. Поднимаем, снимаем колеса. Гайка на 32, фиксирую через вентиляцию отверткой. И откручиваем. Здесь из-за того, что мазана резьба, открутилась хорошо. Главное, чтобы теперь мазанная была шлицевая. Нормально. Выходит хорошо, мучиться не будем. Снимаем шайбу. Можно магнитик взять. Магнитиком снимать удобно. А вот теперь нам надо открутить шаровую опору. Вот здесь спереди откручиваем вот этот болт. С обратной стороны на нем гайка. Держим и откручиваем. Откручиваем шаровую опору, почистим резьбу. Брызнем ее ВД-шкой. Ключ на 17. И выбиваем болт. Хотел показать. Сейчас у нас еще это. У нас шаровая выходит. Даже ВД-шкой не пришлось брызнуть. Здесь ослабло нормально. Оттягиваем ее вниз и отводим цапшу. Теперь можем выталкивать привод. И привод у нас вышел легко, что не может не радовать. Так, сейчас попробуем, если у нас привод сбивается на месте легко, тогда мы его внутреннюю гранату выдергивать из коробки не будем. Если будут какие-то вопросы, тогда придется снимать привод целиком и сбивать его уже на тисках.
Снимаю хомут. Один и второй. Там смазка у нас потечет, поэтому снизу подкладываем что-нибудь. Пыльник капроновый, мы постараемся его сейчас оставить родной. Если получится, чтобы он у нас живой остался родной. Смазки мало. Обычно открываешь, она сразу течь начинает. Ну что, попробуем сбить гранату на месте по внутреннему сепаратору. Так, не хочет она у нас так просто легко сходить. Надо будет вытергивать целиком привод. Берем, подставляем тазик на случай, если побежит масло с коробки. И выдергиваем. Так, тазик подставил. Сейчас подлажу монтажкой. Под привод снизу. Все, я поддел теперь аккуратненько, не перекашивая, чтобы не повредить сальник, вытаскиваем привод. Масло не побежало. Это замечательно. Идем, сбиваем привод. Берем два молотка. И пробуем сбить. Один молоток наставляем на внутренний сепаратор, вторым бьем. А не хочет он. А не хочет он. В крайнем случае мы его разрежем болгаркой. Разберем мы его. Либо сейчас разобьем сепаратор, вытащим шарики и так разберем его. Мы его все равно снимем. Решил я все-таки разбить сепаратор, разобрать шрус. Так вот на нем повреждений-то не видно, ничего. Он не хрустит. Но он очень звонко щелкает при резком трогании, поэтому и меняем. Но можно гранату разрезать, развалить. А я решил вот эту разбить.
вот таким образом. И сможем уже достать шарик. Сейчас расколем несколько штук. Все, допинал я сепаратор. Раскрошил весь. Вот так вот. Вот таким образом я его разломал. Зато теперь легко сниму стопор, и вал останется целый. Потому что бывает, когда бьешь, если стопор не сжимается, он срезает шляпку на приводе, за которой держится сам стопор. И приходится либо менять вал привода, либо его наваривать, протачивать, что очень неудобно. Протираем здесь все. Ну вот стопор это здесь и не видно. Обычно его бывает видно. Так что в любом случае нам его сбивать. Все, что я делал, оказалось зря. Ладно, сбиваем. Не буду я его бить, я его срежу болгаркой. Сбил я половину, разрезал ее, а вторая половина держится. Забавно. Вот она, половина, а вторая держится. И вот как она держится. Стопор видно явно, что он закусил, его аж резать начало, когда я пытался сбить. Ну а эту надо в любом случае сбивать. Ладно, сбиваю.
Сбил я вторую половину. Так, непонятно, почему она держалась. Она должна была соскочить. Снимаем старый стопор. Вот, видно на стопоре зазубренные, набитые сепаратором, который я пытался сбить. В принципе, здесь толщина шляпки большая, поэтому сепаратор можно сбивать на этих в наглую. Срежет только стопор, шляпку эту не срежет. Бывают тонкие такие, раза в три тоньше, и отрывают вот эту часть. Поэтому пилил, занимался не тем, чем надо заниматься было. Берем шрус Lynx CO3644. В комплекте идет смазка, пыльник, граната, хомуты и новый стопор. Также шплинт новый. Достаем. Сначала проверим гранату. Да, заходит плотненько. Одеваем стопор. Смазываем маленько заход. И ставим привод к шрус. Все, шрус у нас сел. Вот такой резиновый молоток. Вот, застопорился на стопоре. Выдавливаем смазку, пыльник. Завода, как правило, ложат, ну не с завода, а с шрусом в упаковку ложат 200 грамм, но мне почему-то всегда кажется, что этого маловато, поэтому я добавлю еще немножко смазки. Сейчас одену нижний хомут. Для таких хомутов есть специальные щипцы натяжные, но
То ли я кому-то дал и не могу вспомнить, то ли кто-то взял и не вернул. Нету у меня их. Поэтому затягиваю старым дедовским методом. Пассатижи и отвертка. Добавляю еще маленько шруса, примерно грамм 70. И также затягиваем хомутом. Проверяем, чтобы у нас не слетало. Все нормально. Обрезаем лишнее. И закрываем замок. Все. Шрус. Мы установили, идем устанавливаем на автомобиль. Берем аккуратненько, вставляем привод в коробку. Привод у нас стоит в коробке. Мажем шлицевую. И заводим ее в ступицу.
Все, шаровая опора у нас стала. Берем, ставим шайбу. И закручиваем новую гайку. Отвертку мы теперь ставим снизу. Одеваем головку. И затягиваем. Отверстие с прорезью на гайке я совместил. Теперь вставляем шплинт. И разводим усики. Вот и все. Закручиваем шаровую опору. Все, шаровую опору закрутил, привод закрутил, ставим на место колесо. И на этом все. Замену шруса с левой стороны на переднем приводе мы закончили. Всего вам доброго!